вы знаете, что на лыжах можно гонять не только зимой, но и даже летом. В любое время года ежедневно чемпионка России по лыжероллерам и ски-альпинизму наша землячка, лыжница Варвара Прохорова, тренируется в любимом Одинцовском парке. В 2018-м совершила восхождение на Эльбрус. С этого времени появилась заветная мечта покорить на лыжах самую большую высоту. Последние сезоны я каждый раз весной пыталась это сделать и пыталась совместить все факторы, которые для этого необходимы. Это чтобы мне могли немного помочь, чтобы совпала погода, чтобы у меня не было в это время сборов и соревнований. И вот, наконец, в этом году удалось все совместить, и все получилось. Опыт восхождения у спортсменки большой, тропы Эльбруса изучены досконально. Но дойти до высоты 5642 метра на лыжах еще никому в мире не удавалось. Разряженный воздух, нехватка кислорода, узкая тропа. Чуть ниже на пути подстраховывал напарник. Во-первых, начиная с высоты... Мы стартовали с высоты 3700, а примерно с высоты 4700 уже стало очень трудно, потому что уклон с того места стал очень крутым. Подготовленная трасса на этом абсолютно закончилась. И также было довольно палящее солнце, и поэтому самочувствие постепенно ухудшалось. Восхождение заняло чуть больше 9 часов. На всем протяжении ребята вели видеосъемку, и теперь Варвара может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но главный рекорд – победа над собой, признается спортсменка. Ой, ну это была какая-то невероятная радость и в чем-то облегчение, потому что я все это время находилась в небольшом напряжении, потому что я думала, получится, не получится, как я пройду сложные участки. Вот, и, конечно же, ну просто это было счастье. Впереди у девушки, без сомнения, новые рекорды. Следующая цель – совершить восхождение по еще более сложному маршруту Эльбруса. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».